Более 100 лет назад, 10 ноября, по старому стилю 28 октября 1917 года в нашей стране появилась рабочая милиция. Именно от этой даты свою историю ведет профессиональный праздник сотрудников внутренних дел. Сегодня их поздравляет глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Желаю всем, конечно же, крепкого здоровья, желаю всем успехов, конечно же, благополучия, удачи. Глава городского округа напоминает о важнейшем вкладе сотрудников внутренних дел в развитие общества. Максим Красноцветов награждает отличившихся сотрудников благодарностью губернатора Московской области и вручает жилищные сертификаты, ценные подарки и почетные грамоты. Начальник межмуниципального управления МВД России Пушкинская Сергей Терегери подчеркивает, что к профессиональному празднику сотрудники внутренних дел округа подошли с достойными результатами. В текущем году было раскрыто 1176 преступлений, из которых 343 тяжких и особо тяжких. Сотрудники управления выявили 122 преступления экономической направленности, 48 по факту незаконного оборота оружия, раскрыли 173 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задержаны 63 сбытчика наркотических веществ. Нами изъято более 5,5 килограммов наркотиков. Прекращена деятельность одного цеха по производству контрафактного алкоголя. Изъято более 16 тысяч единиц алкогольной продукции. Выявлено 2 объекта игорной деятельности. Сергей Терегери поздравляет коллег и вручает заслуженные награды, медали за отличие в службе и ценные подарки. Поздравляю. Праздником служу России. Также сотрудников полиции поздравляют председатель общественного совета при межмуниципальном управлении Пушкинское Александр Хохлов и председатель совета ветеранов управления Борис Коротков. В завершении торжественного собрания начальник межмуниципального управления МВД Пушкинское Сергей Терегери особо подчеркивает, что даже в профессиональный праздник многие сотрудники полиции находятся на своем посту и обеспечивают жителям округа безопасность. Людмила Ермакова, Фарид Галиев, Анна Белова. Новости Большого округа.